Горка, куча мала. Около гаража вот у меня такая, и в саду. Приезжаешь иногда, смотришь образцы, выбросить некоторые вроде как и жалко. Никуда они не сгодятся, но вот и бросаешь на горку. Это ясно мрамором. Он везде мрамор. Это черный мрамор, это першинская. А вот такие вот вещи, вот сейчас вот. Ну вот куда этот булдыган? Ну так, конечно, симпатичный кристаллик. И резать, значит, себе дороже. Ну это кварц из Горбуновского. Надо будет только пересмотреть его. Кое-где укроп встречается. Включение хризотила известно. Может где-то и здесь есть. Ну, это перелифт, это ясно. О, даже граньки попадают. Интересная животка. Ух ты. Перелифт. Брекча. Вот халцедоновая корочка еще. Деревья белил, забрызгал звездкой. Сейчас уберем эти. Вот, а это что? А, это, да. Это перелифт шайтанский. Использую его как грузило в лодке. Это Первомайско-Зверевская. Где-то был крокоитик, наверное. Сбил его уже. Релифт. Ух ты. Смотрите-ка. Смотрел с одной стороны кристаллы. Оказывается, еще есть другой есть. Ну ладно, надо будет горку сделать. Это перелив зеленый, только это из жила уже. Да, тоже перелив. Ну, отмыть тоже из кварцевой жилы откуда-то. А это да, с Первомайско-Зверевского. Ну, вот такие кварцевые жилки. 2-3 сантиметра. Они в основном золото и давали там. Ну я-то взял вот из-за примазок. Ну это кварц барских ям. Может где-то внимательно смотреть, крокоитик примостился. Это все то же самое. Вон там, похоже, может что-то есть. И релифт. Красноватый. Вот, наверное, релифт хороший. Во! Вот это симпатюля. Вот это симпатюля, вот это да. Вот это отложим. Купсанникова. Купсанникова. Ну, это перелифт жильный. Халцедоновая корочка.
неплохой образец, но большеватый. Это тоже близко к перелифту, но совсем не то. Квартики. Попсанника, вот здесь вот яблочки. Ну, здесь халцедоновая корочка. Это копсанниковая, ясно. Тоже копсанниковая. Примаски крокоида. А вот крокоидики. Первомайская зверевская. Ну, это хрустальная горка, сразу видно. Это похоже на копь ежики. Кварчики. Вот это тоже, кстати, с копей. Копь ежики. Это оттуда же надо горку оформлять. Хватит им болтаться. Ну, это ясно, что пигматит. Ух ты, тут даже слюда какая-то. Письменный гранит. Перелифт. Это тоже перелифт. Тоже интересные кварчики. Да, копсанниковая. Ой, тут рыться, да рыться. Все можно нарыть. Зелена дает. Асбест где-то сидит. Вот хороший образец. Чтобы его не снимать. Вот как раз тут грядка для кабачков. Самое место ему. Вау. Вот его разрезать. Интересно, легче перелифта. А, это мне интересно. Ну, вот это красиво, конечно, если разрезать. Какие экземпляры. Да. Это
Липовка. Ох. Ага. Малышева. Опа. Ну, это флюорит просматривается, слегка розовый. Да, вот эти вот розовые прожилки. Точняк. Это тоже с Малышевска. Что-то берилообразное. Дай бог памяти, кот придорожная. Адуй. Нет, вру. Смотрю. Ясно, по форме даже, видите, наросты. Это аметистовидный кварц. Копи льдинка. Ну вот, скопи Санникова. Интересный образец, конечно. Разрезать вообще интересный год, наверное. Это кварц. Ох, отсвечивает. Но, по-моему, здесь видно ниточки асбеста. Вагранки, может быть, опять же интересные. Тоже можно назвать перелифт, но это совсем не перелифт. Купсанников. А, он его сколько тут. Вот это перелифт. Шайтанский. Настоящий. Глинская. Ну да ладно. Надо перебирать ее капитально. Ну вот это точно копилинка. Видный кварц. Вот это тоже пигматит. Не очень красивый, но видите, вот такие вот жирные письмена.